мы с вами присутствуем в месте, где производится размножение свекловичной минирующей моли для того, чтобы были успешны наши опыты следующего года. Вот перед вами садок, в котором и пища для минирующей, для гусениц минирующей моли, и сама моль. Сейчас мы ее постараемся увидеть. На самом деле их уже тут очень немало. Сегодня утром летало не менее 15-20 штук. А вот это вот мы с вами видим муху фитомиптеру. Вот. Это энтомофаг свекловичной минирующей моли. Дорогие друзья, в первой части видео мы рассказали вам о самом инсектарии. А в продолжении я хочу сказать о том, как мы храним наработанный биоматериал. Данным биоматериалом являются куколки свекловичной минирующей моли, которые мы храним в эксикаторе, где поддерживается постоянная влажность. Здесь мы можем увидеть собранный нами материал. Данный эксикатор мы храним в холодильнике при температуре не выше плюс 3-4 градусов.